Здравствуйте, дорогие мои друзья! Я рада вновь приветствовать вас на своем канале. Приходите на мой канал, подписывайтесь, ставьте лайки. Я вас очень жду. А сегодня мы с вами приготовим салат из белокочанной капусты с огурцом, перцем болгарским и сладко-кислыми яблоками, карамелизированными. Для этого нам понадобится капуста, вот грамм 300, перец болгарский одна штука, огурец большой вот у меня, или два средних, два яблока крупных и 5-6 веточек укропа. Масло оливковое 3 столовых ложки, 1 столовая ложка масла сливочного, 1 столовая ложка сахара и перец и соль по вкусу. Ну, поехали! Капусту шинкуем тонко. Перец режем на половиночки. Режем соломкой тонкой. Яблоки очищаем от сердцевины и режем вот так. Вот на такие тоненькие дольки. Карамелизируем яблоки. Для этого кладем столовую ложку. Вот масло сливочное. И столовую ложку песку. Даем все это, чтобы у нас растаяло. И выкладываем яблоки. Выкладываем наши дольки яблок и где-то вот оставляем их минут около 10, постоянно так вот перемешивая в небольшом огне. Берем чайную ложку соли и капусту жмем до появления сока. Вот, видите, так вот перемешиваем. Потом перчику добавляем свежемолотого. Ну, где-то вот 1/2 чайную ложку примерно. 3 столовых ложки масла оливкового. 3-4 можно. Вот перемешиваем это все. Кладем огурцы, перец красный. И тоже все перемешиваем. Добавляем укроп. Мелко порезанный. Можно лучок зеленый. Угу. И добавляем наши яблоки. Вот и готов наш салат. Приятного аппетита!